это я. Это что, не Mean Girls? Я чё, в голодных играх? Ева? Ты как тут оказалась? Элис, не смей. Евочка, ты, наверное, голодная. У меня для тебя кое-что есть. Элис, я сказал, отойди. Я не знаю, кто ты, но ты меня уже бесишь. Сначала стреляешь в меня, а потом пытаешься спасти. Я сама решу, что мне делать. Фигушки, Ева, обед сегодня достанется мне. Блин! Что не вышло, Элис? Что происходит? Я до вас еще доберусь! И что это значит? Блин! Опять проиграла! Ягоды были отравлены. Что? Ну тебе же не нужна моя помощь. Стой! Погоди! Куда же ты? Не бросай меня тут! Где я? Почему никто не в мантиях? А где магия? Ну и дура, она типичный гик. Ты адресом ошиблась. Фан-клуб Гарри Поттера за углом. Что? Я попала не в тот фильм? Стоп. Это, по-моему, Mean Girls. Фильм Евы. Бла-бла-бла. Ну и душнило. Это бесполезно. А ты еще кто? А что? Ах ты, гадюка! Не смей пачкать своими ручонками мой блокнотик! Если ты еще раз перейдешь нам дорогу, мы сделаем из тебя школьное посмешище. Ты просто еще не поняла, кто правит этой школой. Пока, задротка! Что же мне делать? Я же ничего не знаю про этот фильм. Китти, ты что, метлы испугалась? Так, по моему свистку все садятся на метлы. Это не похоже на фильм «Спеши любить». Раз. Это похоже на... Два. Гарри Поттера! Ну и дура! Она будто первый раз на метлу села. Помогите! Я же нифига не понимаю в этом магическом мире! А я говорил, что на Гриффиндоре только тупицы учатся. Заткнись, мы не все тут такие. Что эта девка творит? О, какой милашка! А он мне даже нравится! Какой ужас, Китти! Ты ушиблась! Все хорошо? Спасибо! Не верю, что ты не умеешь летать. Может, что-то не так с твоей метлой? Скорее, что-то не так с ее головой. Странно. Метла в порядке. Не хочу тебя огорчать, но ты абсолютно не умеешь летать. Это на 6-м курсе. Минус 50 очков Гриффиндору. Что? Ну, спасибо. Из-за тебя мы теперь посек задних. Ловушка! Больше не может продолжаться. Нужно поставить игру на паузу. А теперь давайте обсудим, почему наши фильмы перепутались. На это нет времени. Пауза в игре длится всего лишь минуту. Да, нужно понять, как выиграть. Я хотела в Mean Girls, а попала в тот жуткий экшен. Тебе надо всего-навсего выжить. Не спорь, на это нет времени. А тебе еще надо сблизиться с Крисом. С этим придурком? Кстати, по сюжету он твой бывший. Чего? А сам ты в каком фильме оказался? Там, где я уборщик. Спеши любить, мой любимый фильм. Ты уже встретил Тину? Да.
Она прекрасна. Делай все, что тебе говорят, но не смей влюбляться в нее. Почему? Это главное условие, или ты хочешь проиграть? Ева, эти твои Mean Girls сразу же начали меня унижать, что делать? А, так вот кто занял мой фильм. А, тебе будет очень трудно. Они сфоткали меня и клеили в блокнот. Капец. Короче, тебе нужно стать частью их компании. Что? Я? Да, тебе придется переступить через себя, куколка. Иначе ты проиграешь в начале фильма. А теперь поговорим про твой любимый магический мир. Я села на метлу и врезалась в дерево. Какой ужас, твоего факультета сняли очки? Конечно! Все, что нужно, это больше изучать магию и правила магического мира. Хотя, тебе, конечно, капец с твоими знаниями. Времени нет, обратно в игру, быстро! Сегодня отличный денек, чтобы кого-то покошмарить. За дело. Офигеть. Это что-то фриковатое? Не узнали? Я вообще-то прикалывалась над вами. Я не задротка. И вообще, Гарри Поттера я не люблю. Я такая же, как и вы. Что я несу? Капец. Лука. Нормальный. Но я все равно не думаю, что ты одна из нас. Почему? А мы тебе не верим. Ага. Не верим, что ты Mean Girl. А я вам сейчас докажу. Сейчас. Мне так стыдно, какие же гадости я делаю. И чё? Зачмурила пацана. Так уж и быть. Я разрешаю тебе быть с нами. Ура! Класс! Ой, а это кто? Даже не смей в его сторону смотреть. Это Тайлер, бывший Ариэль. Что? Кто-то сказал Тайлер? Нет, тебе показалось. Если хочешь с нами тусить, даже не думай с ним мутить. Ладно, наверное, чтобы выиграть, я должна согласиться. Я обещаю, я не буду к нему подкатывать. Ой, секунду. Ждем тебя на уроке. Ты теряешь 100 игровых очков. Еще один неверный шаг, и ты проиграла. Блин, я же выбрала дружбу с девочками. Я отказалась от Тайлера. Неужели я ошиблась? Ну, чё стоишь? Погнали быстрее, пока нас тут не прибили. Так ты мой бывший? А ты забыла? Напоминаю, что нам надо корчить счастливую пару ради хайпа. Нифига не понимаю. Привет. Ева, что случилось? А это еще кто? Госпожа ведущая, чем обязаны посреди испытания? Вы же, Ева, забыла, о чем мы договаривались? О чем? Зрители хотят любви и страсти. Они фанатеют от вас, Криса. Ты обещала, что вы будете милой парой. А иначе вам конец. Ева, мы должны. Тогда организаторы помогут нам, и мы выиграем. Отвалите от меня! Надеюсь, она все поняла. Счастливых вам голодных игр! Идем. Нет времени тут рассиживаться. О, а это идея. А что, если я буду сидеть на одном месте? Тогда меня уничтожат первый. А тогда я быстренько проиграю и выберусь из этого фильма. Вставай! Ева, вставай, говорю. Я никуда не пойду. Я хочу, чтобы меня прибили, и я вылетела отсюда. Ну, а сейчас с тобой тут вдвоем прибьют. Ты точно не будешь идти? Точно. Адьос. Прости, Ева.
И что мне делать? Эйла, что очень много зелья. Гриффиндор, факультет неудачников. Вы уже все баллы потеряли. Да отвалите от меня, чего вы пристали? А ну, не трогайте его! Главная ловушка пришла. У нее же ноль знаний. Еще не знаете, на что я способна. Давай помогу. Эй, отвали! От тебя одни проблемы, ты только мешаешь. Да, малышка, испугай ему все. Мы в тебя верим. Тишина! Продолжай варить зелье. Прости меня. Я обещаю, больше не буду ничего портить. Меня Китти зовут. Я знаю. Я Нейт, если ты вдруг не в курсе. Я прошу тебя только об одном. Не лезь, если ничего не знаешь. Ладно, я просто тут постою. Эй, Нейт! Лови волшебную пыльцу! Она же ядовитая! Тебе не навредит! Ты так уродец! Что вы себе позволяете? Хана вам! Китти, ты что наделал? Это же зелье старения! Это ты виноват! Я говорила тебе не лезть к этим психам! Я? Да ты сама к ним лезешь! Я никуда не лезу! Куда ты лезешь? Я молчи вообще! Китти, что вы наделали? Минусочку Гриффиндору, жду вас в кабинете директора! Нет! Какие же они неудачники! Прости! Не трогай! Лучше перейди на другой факультет и больше ко мне никогда не подходи! Ну что, заводите! Крисси была права, и ничего не знаю про этот мир! Что же я натворила? Бесит все! Не могу так больше! Нам всем капец. Ага, я обидел Тину. Ну и правильно, нечего тебе в нее влюбляться. Ты не сказала почему? Что с ней не так? Да не важно, узнаешь в конце игры. Главное, не влюбись. Или ты? Ты? Ну капец, ты что в нее влюбился? А ты? Хочешь сказать, у тебя все идеально? Нет. Я вылила зелье старения на своих однокурсников. Что? Ты с ума сошла? Кесси. Остынь. Лучше скажи, как дела у Мингерл? Ну, я влилась в их тусовку. Но отказалась мутить с Тайлером, поэтому чуть не проиграла. О, нет. Кесси, ты должна быть стервой. А стервы ведут двойную игру. Ты что делаешь в голодных играх? Все испытания прошла? Нет, я сдалась, чтобы побыстрее вылететь. Это провал. Так, ладно, у меня есть идея. Я включу режим мультиплеера. Ну, режим нескольких игроков. Быстро смотаемся в фильмы друг к другу и поможем. Надевайте очки, погнали! Привет, Тайлер. Приветик, что-то я тебя тут не видел. Я новенькая, Кэсси. Ты меня что, боишься? Нет. Да нет, ты что? Не хотел бы ты сходить со мной? Куда? На свидание. Круто, давай. Супер. Супер. А теперь валим. Блин, она обиделась, да? Да, ты пережестил. Нужно было просто не влюбляться и все. А ты ее еще и высмеял при всех. Ничего плохого. А то, что она может отказаться от спектакля. А тебе нужно в нем сыграть, чтобы выиграть в игру. И что теперь делать? Извиняйся. Ладно, ладно, не кипишуйте. Эй, Тина, ты чего плачешь? Нет, все окей. Это из-за того, что я тебе сказал? Нет, но я лучше не буду играть с тобой в пьесе, чтобы твои друзья от тебя не угорали. Тина, стой! Ты прекрасная девушка, и мне приятно играть с тобой в пьесе. Ну, постой, я не имел в виду ничего плохого. Я правда к тебе хорошо отношусь.
Ладно, ты прощен. Только, пожалуйста, не влюбляйся в меня. Знала бы ты, Тина, как я стараюсь. Ну, чего встал? Давай, бежим. Крис, а где мы? Все еще на голодных играх. Убегаем от других участников. Или ты забыла? Как же мне надоели эти голодные игры. Но я так не хочу расставаться с Крисом. Что же делать? Ева, ты в порядке? Крис, я люблю тебя. Но пора с этим покончить. Ева, нет! Что ты наделала? Сбежать не удалось. Где? Я умерла? Не дождешься. Я говорила тебе, что на тебя и Криса большие ставки. Да. И что вы должны честно дойти до конца и победить. Да. Тогда какого черта ты прыгаешь в воду? Извините. Ты должна вернуться в игру и продолжить ее. Другое дело. Спасибо, что позвала на свидание. Ты невероятная. Ты тоже классный. Не могу поверить, что я это делаю ради игры. Даже мне не нравится. Ты лучше всех. Фу, я реально становлюсь стервой. Ты предала меня! Ну да, я же стерва. А стервы так всегда поступают. Видишь это? И что? Я повешу это в классе, и все узнают, что ты задротка. Эй, я же говорила, что это прикол. Не верю. Я видела, как ты смотрела Гарри Поттера втайне от нас. Ты что, правда расскажешь всем, что я задротка? Ага, потому что крутые девчонки не состоят в фан-клубах, а создают их вокруг себя. Офигеть! Ты еще круче, чем я думал! Мне очень нравится. Кто дед он этот? Я не понимаю, почему они восхищаются ею? Она просто Рил очень крутая. Замутила с твоим бывшим. Я хочу с ней дружить. И я? Нет! Добилась своего Кэсси! Ты смертла меня с престола! Ну все. Я победила! Что опять не так? Почему игра не заканчивается? Если умирать, так вместе. Вот умора! Тина просто кринж! Заку осталось чуть-чуть потерпеть, и его отработка закончится. Держись, бро! Прощай, Ева. Прощай, Крис. Давайте уже ешьте ягоды и помирайте. Эй, это не по сценарию! Зак, ты зашкварился! Зак влюбился в ловушку! Ну вот, игра окончена. Ты потерял все игровые очки и проиграл. Ну да, чего я ожидал? Фу! Почему игра не заканчивается? Что я еще не сделал? Быстро! Почему меня посадили в тюрьму, а игра все еще не окончена? Блин, ты, наверное, играешь на стороне темных магов. Сбеги из тюрьмы. Почему я свергла главную стерву, но все еще в игре? Попроси у нее прощения. Она должна признать тебя, а не просто сбежать. Зак, я пытаюсь умереть в игре, но ведущая мне не дает. А я говорил, единственный выход — это играть до конца. Так, я влюбился в Тину и проиграл, но игра почему-то не заканчивается. Ты же не досмотрел финальную сцену. Ты должен узнать, почему в Тину нельзя влюбиться. А, точно. Тогда быстро обратно. Погнали. Да, 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 да. Что? Где? Сева? А ты как вернулась? Ведущая не дала мне сбежать. Она вернула меня обратно. Что делать? На, гряди к причалу. Там главный приз.
могу. Я уже веслами себе все руки натерла. Мне тяжело. Так, еще чуть-чуть осталось, Ева, давай. Ладно, давай, моя очередь. Оно было. И как нам теперь грести? Давай, мы справимся. У нас все получится. Конечно. Давай, давай. Еще чуть-чуть. Есть. Давай. Отошли. Это мой кубок. Прости, крошка, но не в этот раз. Поздравляю победителей голодных игр. Крис, я победила. Я так не хочу тебя бросать. Я тоже не хочу. Ева, останься со мной. Я бы все дала, чтобы остаться, но... Ева! Ева, нет! Ариэль, стой! Отвали! Ты унизила меня перед всей школой! Ариэль, я хочу извиниться. Я слушаю. Я хотела сказать, что... Отойди! Так глупо вылетела! Блин! Я же не успела извиниться! Игра окончена. Ты проиграла. Тихо, стой! Я правда влюбился. Я понял, что уже проиграл. Хотя бы объясни, что не так. Мне нельзя влюбляться, потому что... Я смертельно больна. Что? Нет. Это же все не по-настоящему, только в игре. Прощайся. Нет, Дина, нет! Выпустите меня, пока на игре закровки! Откуда я знаю это слово? Блин! Тихо. Ты что здесь делаешь? Я хочу тебя спасти. Ну зачем? Пускай ты не лучшая ученица и постоянно путаешь заклинания, но я в тебя влюбился. Чего? Поэтому я обязан спасти тебя. А теперь бежим. Офигеть! Это было слишком просто. Не бойся! Еще никто не сбегал до скалона! Фух, мы не спрятались. Так, ты уже в безопасности, ты уже победила. Правда? Ну, конечно. Вот, сама посмотри. Выходите, мы будем сражаться! Куда вы спрятались? Как красиво! Верните меня обратно! Я целовалась с тем красавчиком! Ты что, выиграла? Да. А ты? Я нет. Эту стерву сбил велик. Я не успела извиниться. А я проиграл, но вы и так уже знаете. Ты почему не сказала, что она смертельно больна? Это жестоко! Я ненавижу спойлеры. Ева, а ты чего грустная? Ты же проиграла? Нет. Выиграла. Так чего ты тогда плачешь? Крис, я люблю его! Че? Ты серьезно влюбилась в виртуального чела? Это же игра! Да, это просто игра. Уже пора домой. Точно! Завтра же первый день в колледже! Точняк! Я совсем забыла, что мы этого дня ждали весь год! Спасибо вам за праздник. Надеюсь, завтрашний первый день в колледже будет веселее моей днюхи. Пока. Пока. Пока, ребят. Вау, этот колледж как из моей игры, я вам говорю. Ну ты выдумщик. Тут так красиво. Что? Привет! Крис! Я так рад тебя видеть. А ты...
ты правда существуешь в реальности? Я все еще сплю. Нет, конечно, это я вчера с тобой играл. Я знал, что ты победишь. Рад видеть в реальном мире. Привет, Синди, привет! Привет, малышка. О, нет, с тобой я была только ради игры. Офигеть! Вы тоже тут? Круто, вчера поиграли. Так, получается, вы тоже игроки? Конечно, блин! Думал, мы тупые NPC. А Тина, она тоже тут? Тиночка! А что с тобой? Ты такая бледная. Привет. Я была рада с тобой играть вчера. Но нам лучше не общаться. Почему? Моя болезнь — это не часть игры. Я реально больна. Зачем я такая нужна? Тина, я действительно в тебя влюбился. Не по игре, а по-настоящему. Ты серьезно? Конечно, Тина. Я готов на любые трудности. И я пройду все это вместе с тобой. Спасибо, Зак. Проходишь весь этот путь со мной. Тина, я буду с тобой всегда, до самой последней минуты. Как же все-таки хорошо, что мы все однажды встретились в этой игре. Теперь мы все всегда будем рядом. Пойдем тогда выберемся через окно! Куда вы собрались? Барби! Ну куда же ты сбегаешь, мой Кен? Ты должен остаться со мной! Чего? Он не Кен! Еще какой Кен? Отстань! Кен, тебе нужно переодеться. Как ты это сделала? Иди ко мне, мой Кен! Вали от него! Бежим! Полиция! Я перестань! Это вы? А кто еще? Сумасшедшая Барби, например! Мы оказались в комнате у Барби, и она думает, что я Кен. Хоть эта дурацкая рубашка пропала. А на меня напал Человек-паук, связал меня паутиной и свалил. Ну хорошо, что Зак меня спас. Я всегда буду тебя защищать. Ты кто? Это моя добыча. С кем первой сюда пришла? Нет, я. Мы оба одновременно сюда пришли. Тихо! Они мои! Нет, мои! Не интересно! Ладно, разделим их поровну. Офигеть! Какая вкусная рыбка! Русалки же не едят рыбу. Они просто дуры и не понимают, как это вкусно. Лучше быть хищницей. Зак, кажется, нам пора. Пока. Не так быстро. Вы мой обед. Я никогда не отпускаю свою еду. Красавчик, Зак! Да блин, опять!
Аккуратнее бегать надо! Зак! Девочка! Прости, что уронил. Да ничего, я привыкла. Привет! Чё вы орёте? Да она нас чуть не сожрала! Брось её! Вы чё творите? Милена спасла! Да конечно! Она вала рыбу ела и нас чуть не сожрала! Это не я! Это морская ведьма Билли! Она приняла образ русалки, чтобы рыбы подплывали к ней без страха! Где-то я тебя видел. Зря ты его съел. Офигеть! Это же робот Меган! Она срочно мне нужна! Yes! Мне кажется, она врет. Ага. Да не вру я! Милли все время была с нами. Не могла же она раздвоиться и быть в двух местах одновременно. Ладно, окей. Ты одна русалка, а вторая ведьма-хищница. Ну как мы вообще к вам всем попали? Главное, куда мы попали? Вы в мире всех летних фильмов. Чего? Но как? Точно! Фильм! Помните, мы вышли из кинотеатра в кафе и... Крутой фильм был, да? Да. Мия, хватит есть попкорн. Ты Таня весь фильм крутила по духам. А что я сделаю, если он вкусный? А прикиньте, как круто было бы попасть в фильм. Я бы хотела попасть в Барби. А я в русалочку. Тогда я во вселенную Человека-паука. Скорее, нужно найти Еву. Стоп! А где русалка? Так я ее на диване оставил. Ты что, не заметила? Нет. Потом разберетесь со своей русалкой. Нужно Еву спасать. Приветик, ребятки. Уэсли! Ты это что здесь делаешь? Пришла с вами поиграть. Пропусти нас, нам нужно спасти Еву. Ишь, какой быстрый. Сначала испытание. Что это? Электрический стул. Выдержите ток и пойдете спасать свою подругу. О нет, я пас. Ты на приколе? Ева же твоя девушка. А это электрический стул. У меня выход. Брус! Так что, кто на стул? Ой, не-не-не, я даже молнии боюсь, а тут это... Давай я сяду. Прекрасно, поехали. Ну и? Сломался, что ли? Электричества в стуле нет. Это была проверка на смелость. И ты ее прошел. Можете идти искать свою подругу. Ура! Спасибо. Куда же они убежали? Опять хочешь забрать мою добычу? Это моя добыча! Ах ты ж зараза! Хана тебе! Почему ты такая сильная? Потому что я такой же паук, как и ты! Я никогда не встречал равного противника! И я... Чего? Пауки пара? Ну что, Меган, сейчас разберем тебя на детальки! Да я не Меган, я человек! Сейчас мы это и проверим! Пусти нашу Еву! Опа! Помощнички прибежали! А вы тоже роботы? Тогда я и вас разберу! Чего? Он думает, что я Меган! Ты псих! Не смей мне мешать! Кажется, у этой помойной банды бешенство! Что ты сказала? И нам с ним не справиться! Вот капец! Груд?
платье сбежал. Чего? Ну все, я найду его и набью его трусливую морду! Приветик. Мой Кен. Да не Кен, я! Еще какой Кен? Ты просто забыл. Нейт! Куда ты его утащила? Она в свою комнату, я сам не отбежим! Мия, быстрее! Да подожди, дай отдышаться! Ева, я собирался тебя спасти, но по-другому. Кому ты чешешь? Еще парень называется! Я честно, меня сюда пауки засунули, чтоб я им не мешал. Они теперь пара, кстати. Вот это да! Они целовались? Ага. Вау! Эй, ребята! Нейт утащила Барби, его нужно найти! Ну его нафиг! Мне пауков хватило! Лучше давайте отсюда выход найдем! Серьезно? Ну и оставайся здесь! Мия, идем? Не-а, я согласна с Заком. Ну и друзья. Тогда я сама его спасу. Грут, я отомщу за тебя. Отомщу всем! Можно потише? Мы тут вообще-то заняты. Бесите! Как отсюда пауки? Здесь вообще есть выход? Наверное. Как-то ж мы сюда попали. Ребята, я вас так рада видеть! Милли, это ты? Конечно, я! А где ты была? Ведьма хотела меня поймать, но я сбежала. Пойдемте скорее, я вас проведу к выходу. О, к нам гости. Где Нейт? Нейт! Что ты с ним сделала? Ну зачем так нервничать? Сядь и выпей чаю. Вот, возьми. Да какой нафиг чай? Что ты сделала с Нейтом? Он теперь Кен. Да, любимый? Конечно, моя любимая Барби. А пойдем пофоткаемся. Да какого фига? Нейт очистит здесь реальность! Я уже здесь, в реальности Барби. Я ее Кен, и мы любим друг друга. Нет, 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 нет! Верни, Нейта, верни! Эй, отстань! Он теперь мой Кен. Пожалуйста, ну пожалуйста, он мне очень нужен! Неа, он теперь выглядит, как его истинная любовь, то есть я. Ах, истинная любовь! Ева? Ты узнаешь меня? Конечно, узнаю. Во что я одет? Зачем ты это сделала? Мой Кен! Валя! Ого, я в нормальной одежде. Это Барби чокнутая. Она чуть навсегда не оставила тебя Кеном. Ты спасла меня. Точнее, мой поцелуй. Выходит, я твоя истинная любовь? Да, и я давно это понял. Почему ты раньше не говорил? Ну, ты же девушка моего друга, я не мог. Зак трус! Он оставил меня с тем енотом! А ты спас. Ты мой герой. Сейчас я покушаю! Может, не надо? А, были вкусные. Ничего страшного. Я вас посолю. Кто первый? Мама! Тогда я от каждого по кусочку. Отвали от них! Ух ты, кто пришел? Десерт! Ты не съешь ни их, ни меня. А что ты мне сделаешь? Ты могла меня остановить только своим волшебным голоском. А он вот здесь. Он мне не понадобится. Милли, давай! А она побеждает?
Я их не различаю, Вулк на них побеждает! Зря ты это начала! Я съем тебя первую! Уверена. Ах ты ж! Опачки! А чего это вы здесь? Они свалили, а? Предатели! Мы не предатели, а рациональные! Мы бы выбрались, а потом спасли бы вас! Да, конечно! Мать, стоп! Тут куча врагов! Нам нужно бежать отсюда! А ты как будто знаешь, как отсюда сбежать! Знаю! Тут есть порталы! Нужно дотронуться до портала со своим миром, и вы туда попадете! Попались! Сейчас вы поплатитесь за то, что сделали с Грутом! Да это был не Грут, а обычная палка! Не ври мне! Мой Кен! Верните мне моего Кена! Замолчи! Понял. Какой милый злюка енот. Я не енот. Такой забавный. Не смей меня трогать. Какой классный. Даже лучше Кена. Да. Левее. Ага. А пойдешь ко мне жить? Да. Давайте не будем им мешать. Ага. Пошлите. Осторожней! Ты в порядке? Да, чуть не упала. Держи меня за руку, так точно не упадешь. Ничего себе! Вы что, встречаетесь? Да. Ничего, что я твой парень! Мой парень не должен быть трусом! Пофиг! Я все равно сам хотел тебя кинуть! Что? Ты обидел? Не надо! Забей на него! Так! Давайте уже пойдем к порталам, про которые Милли говорила. Стоп! А где Милли? И где ее носит? Давно не виделись, ребятки. Вэнси! О, вы спасли свою подругу от Гарри, но теперь вас никто не спасет. Ты ничего нам не сделаешь. Я нет, а она да. У меня нет сил. Билли! Голос моей любимой хозяйки! Поймать их! Хозяйка приказала! Билли поймает! Где я? Ребята! Эй! Проснитесь! Еще 5 минуточек. Проснись! Что? Где мы? Я не могу встать! Я тоже! Что ж такое? Как мы сюда попали? За нами гналась Билли, а дальше я ничего не помню. О, вы проснулись? А теперь время обеда. О, хоть поем. А если она нас отравит? Пауки! Убери их! Зачем? Это же ваш обед. Человеку-пауку нравилось. Ты чокнутая! А ну быстро ешьте, иначе познакомитесь с моей гильотиной. Ладно. Уэнсли, ты же не такая. Ага, в сериале наоборот ты всех спасла. Это сериал, а это жизнь. Ешьте! Что будем делать? Не знаю, с ней явно что-то не так. Смотрите, в нее вцепился паук. А что будет, если его убрать? Сейчас проверим. Уэнсли... А можно мне еще немного пауков? Хочу двойную порцию. Конечно. А, есть! Что ты сделала? Почему я здесь? Ты украла нас и хотела накормить пауками. Это все из-за него. Это
Это же черная вдова! Она управляла мной с помощью яда! Так ты теперь нас отпустишь? Конечно! Можете вставать! Стойте! Где все-таки Милли? О нет! Я же оставила ее с ведьмой! Пусти! Не дергайся! Я дам тебе лекарство! И ты станешь такой, как я! Неправильная русалка! А станешь хищницей! На меня больше не действует твоя магия! Открывай ротик! Нет! Ты все равно это выпьешь! Отпусти ее! Хозяйка Венсдей? Отпусти Милли! Она уйдет вместе с ребятами! Но почему? Вы же сами хотели превратить ее в хищницу! Тебя это не касается! Быстро выполняй, что сказала! Нет! Отпусти ее! Не лезь! Ева! Я сожру ее! Я вас всех сожру! Мне страшно! Долго еще? Почти на месте. Я устал. А ты не можешь себе вместо хвоста ноги наколдовать? А то я уже не могу. Да, конечно. Офигеть! А раньше ты этого сделать не могла? Я ведь хотела, чтобы Нейт ее на руках таскал. Не ревнуй. Я люблю только тебя. Да где же эти порталы? Вот же они! Так это ж обычные постеры с фильмов. Они магические. До какого дотронетесь, в тот мир и попадете. Смотрите, это же постер Дин-Дин. Наконец-то я попаду домой. А знаете, что я сделаю первое? Съем кучу бургеров. Ну, как всегда. А Милли идет с нами? Нет, я пойду в свой мир. Спасибо вам, ребята. И тебе спасибо. Пока и удачи. Ну что, идем домой? Да! А стой! Ты чего? Мы же хотели вернуться домой, идем! Да, ну может побываем где-нибудь еще? Например, я всегда хотела побывать в мире стихий. Ева, ты с ума сошла? Ты уверена? Да, ну недельку побудем там и вернемся домой. Зато столько впечатлений на всю оставшуюся жизнь! Ну, это должно быть интересно. Класс! Так, я домой. Эй, а меня подождать? Пока. Что, идем? Идем. Да, вот это вкуснятина. Ты точно все это съешь? Естественно, еще добавки захожу. Интересно, а что там Ева с Нейтом? Да, кайфуют. Вернутся, расскажут. О, здорово! О, привет, ребят! Только вас вспоминали! А вы чего такие перепуганные? Нам нужна ваша помощь! Тут какой-то злодей хочет забрать силы стихий! Ого, а что у вас с волосами? Ой, ну ты тупой! Нейт, походу, стихия воздуха, а Ева стихия земли, да? Да, но это не важно. Помогите нам, мы не можем выбраться. Так найдите портал. Его нет! Помогите! Капец! Бежим их спасать! Нет! Что, верните мою Евгению, мою Евгению. Держи меня за руку. Так точно не упадешь. Вестей! Я твоя фанатка, боже! Ай, боже! Боже, с вами сфоткаться! Что будем делать? Не знаю, шнишка. Здесь что-то не то. Здесь что-то явно не так. Шни. Суп
Мы назвали оператора красивым, а она с этого смеется. Я на твоем месте задумался. Неплохо. Не очень плохо. Ай! О, нет! О, нет! Иди.